Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Но похоже становится окончательно понятным, что э, внесенному в перечень физлиц по ночь функции иностранного агента на территории сбирается министр мэра Галкину довольно сложно будет вернуться. А вот э, Пугачеву и с детьми надо возвращаться, потому что в Лондоне тоже жизнь не жизнь, но Кипре она долгое время не протянет. Э, тот парень, который был в магазине, когда она зашла, увидев ее рассказал, собственно говоря, о ее состояние о пухших ногах и как она жаловалась на свое состояние здоровья. Рассказал и о месте, где они находятся, о Кипре, собственно говоря, о невыносимой жаре и о пыльных бурях и о многом другом. Много появляется вчера, сегодня, позавчера публикаций, связанных с тем, что, в частности, вот, которую сейчас мы рассматриваем, Галкин нанес удар по тяжелобольной Али Пугачевой, пишут о том, что Максим Галкин обманул тяжело больную Аллу Пугачеву. Ну, то есть их как бы разводят немножко по разные стороны, чтобы ей комфортнее было вернуться с точки зрения отношения к людям. Я так считаю. Пишут, Пугачева сейчас вынуждена скитаться с Максимом Галкиным именно по его вине, потому что, вы знаете, она у него спросила, могу ли я с тобой стареть спокойно, смогу ли, он сказал да. В итоге он сам признается, что финансовые возможности стали в разы меньше, она не любила летать самолетом. Теперь он говорит, что нам цепляли вагон. Сейчас не цепляют, мы летаем в итоге на самолете. Значит, еще раз повторюсь, финансовых возможностей таких, как раньше, нет. И спустя несколько дней ее заметили на выходе из монастыря, то есть она ходила, видимо, но ну, в монастырь, когда человек идет, да, мы благодарить забываем в храме но просить, что называется, просим. А благодарить тоже не надо забывать. В данном случае, я думаю, все-таки она просила в ее положении. Хотя я ее не оправдываю ни в коем случае, не, не вздумайте подумать так. Я считаю, что говорить о том, что Пугачева кто-то манипулировал, это вообще смешно. Я считаю, что это ее личное решение все это делать. И тому подтверждение это кадры с новой волны 2014 года откройте, забейте в Яндексе Пугачева Новая волна 2014, посмотрите, во что она одета, в цвета флага сопредельного государства. Это мы узнали еще уже после начала операции, а и так остро стали воспринимать. Они тогда уже флешмоб устраивали, поэтому э, я не верю, я считаю, что это все целенаправленно делается. У нее левая нога болела с самой молодости, она на нее не наступала и так далее. Ну то есть что, мол, того, что в свете вот этих последних событий, того, что она поехала с ним, у нее и состояние финансовое пошатнулось, и состояние здоровья в первую очередь, и и все и все на свете. Но, но меня удивляет, что здесь на первое место не ставят детей, понимаете? Говорят о финансах, о самолетах, о поездах, там о чем угодно. Ну да, дети же страдают то в первую очередь. Почему о детях-то не пишут? Почему, прежде чем или они считали, что они уедут? приедут там в великолепные свои замки дворцы не знаю там в израиле на кипре как сказал галкин мы можем великолепно жить в любой из 27 стран а чего не живется великолепно что за здоровье то ухудшается почему Голожопингом то стали называть иммиграцию раз великолепно можете жить в любой из 27 европейских стран значит не великолепно галкин ты можешь жить великолепно только в россии жил и так ты уже нигде жить не будешь Поэтому, с моей точки зрения, конечно, потихонечку подготавливают почву для возвращения. Я так думаю. Хотя, конечно, в определенной степени трансформационные процессы идут, и хотелось бы, чтобы все-таки шоу-бизнес, который превратился у нас, эстрада, точнее, творчество, вываливающиеся тяндры и поющие трусы, что, собственно, тоже влияет и влияло на молодежь в первую очередь, потому что шоу-бизнес и песни соответствующие, которые сейчас в определенной степени остались, я до сих пор, например, не понимаю, как одной исполнительницы инстасамки. Само даже, сам даже, э, как это называется, псевдоним инстасамка. Это уже вызов самка. Понимаете, это что такое вообще? Значит, э, за деньги да. И ничего, нормально. Ей ВКонтакте дают какие-то премии. Там, это просто смешно. О чем мы говорим? Какие премии? Инстасамка за деньги да. Даже название это уже провокация для молодежи, для молодежи и вы даете ей премии господь с вами ну не знаю что с вами может быть со мной что-то не так что я этого не понимаю да поэтому конечно хотелось бы чтобы все-таки это были замечательно одетые молодые люди с нормальными какими-то ценностями поющие о россии и о патриотизме о каких-то совершенно понятных ценностях, о любви мужчины к женщине, женщины к мужчине, о семье. В общем, совершенно простые, тривиальные вещи, но, как оказывается, они самые сложные, по всей видимости. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7, ролики из разных источников, новости из разных источников, политика с моими комментариями. Все самое интересное в одном месте. Это телеграм-канал Будда Гришна. Новости, друзья. И кому интересно, можете подписаться на канал Будда Гришна на платформе Рутюб. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.